Главное событие этого лета – скачки на приз телеканала M-Television. Виктор, привет! Как объедешь? Дружба – это крепкая и надежная связь людей. Связь, которой не страшны расстояния. Связь, которая с годами становится только крепче. Настоящее партнерство похоже на дружбу. Поэтому нас, абонентов Мегафона, только в Поволжье более 10 миллионов. Настоящих друзей, объединенных надежной связью. Добро пожаловать в Мегафон. Лорена Кухни. Кухни за 100 рублей в день. Подарки каждому покупателю. Лорена. Индивидуально, комфортно, престижно. Шотландский ресторан «Макхайлендер» открывает собственную пивоварню «Баринов». Пиво «Баринов», горный воздух, песни звенящих ручьев Шотландии и характер суровых кельтских воинов. Элитное пиво «Баринов» — это изысканный вкус, полученный в сочетании превосходных сортов солода и таланта пивовара. «Баринов» — пиво в лучших шотландских традициях, которое варится в Уфе. Карла Маркса, 24/1, телефон 272-83-83. Сезоны меняются, Перфект остается. Кожа, меха, дубленки. Новая коллекция. Только в Перфект. Проспект Октября, 18. Остановка Округ Галли. Александрийские двери. Мы делаем то, о чем другие мечтают. Попадая в зал, гости чувствовали себя участниками грандиозного шоу. Единый стиль оформления, разработанный компанией «Арго», создавал ощущение величественного тронного зала, а столы изобиловали деликатесами от ведущих ресторанов города. Зажигательные танцы красоток от Barfly Lounge придавали вечеру пикантности, а забавные фрики веселили публику. Barfly Lounge – это настоящая музыка, это бар для друзей. Позитивно, без напряжения и суеты для интеллектуалов, успешных бизнесменов и просто харизматичных персон. Восхитительные десерты, приготовленные рестораном «Васаби», ласкали не только глаз, но и вкус, лакомок и любителей сладкого. Ресторан доставки «Васаби» – это современная компания нового типа. Чтобы отведать блюда японской и итальянской кухни, теперь не нужно готовить дома или ехать в ресторан. Один телефонный звонок, и вкусные свежие роллы и суши окажутся на вашем столе без всяких хлопот. The Bar – бар выездного обслуживания. Все, что связано с напитками на торжествах, превращает в искусство. Сделать из фужера шампанского изумительный искрящийся каскад, из бокала рома великолепный мохито, а из простого коктейля зажигательное шоу. Все это под силу виртуозам The Bar. Ресторан «Джардино» – это по-настоящему европейский элегантный ресторан для тех, кто ценит красоту во всех ее проявлениях. Здесь вы попадаете в особый мир, где все создано для вашего комфорта и хорошего настроения. Зал караоке, обладающий уникальными акустическими характеристиками, и огромный каталог композиций не оставит равнодушным ни одного любителя караоке.
Ресторан «Махарадж» – это первый индийский ресторан в Уфе. Непривычные вкусовые ощущения могут стать излюбленными блюдами для всей семьи, потому что «Махарадж» – это пространство для отдыха тела и души. Гости окунутся в экзотическую атмосферу Индии, насладятся блюдами индийской, непальской и бурятской кухни. Ресторан «Амазонка» – это настоящий рай на земле. Укрыться от шума городских улиц поможет интерьер, исполненный в стиле тропического леса и экзотический аквариум. А кулинарные традиции стран Южной и Юго-Восточной Азии, сдобренные живыми звуками саксофона и флейты, позволят погрузиться в волшебную тропическую сказку. Ресторан «Классик» – это качество и красота. Интерьер, посуда, пейзажи на стенах, европейская кухня, множество деликатесных блюд и десертов. Все это классическое сочетание стиля и вкуса. Глобус Гурман. Весь мир в одном гастрономе. Лучшее, что есть в гастрономическом мире. Каждую неделю специально для своих покупателей здесь готовят настоящие гастрономические открытия. Вниманию покупателей представляют блюда разных национальных кухонь. Just another lemon tree.